Ребятушки, вы, наверное, будете удивлены, но мы, как обычно, значит, у нас это место встречи изменить нельзя, мы опять на Лансе находимся, ну, станция метро Ланса, да? То есть это то, что я в другом видео говорила, это у меня не тут и не приветствие, не презентация, так как я уже делаю с сегодняшнего дня, по-моему, 4-е видео. Вот, и, значит, скоро вы будете Лансу знать, я не знаю, как 5 своих пальцев, да? Вот. Кстати, интересный моментик сейчас нашла, сейчас вам переведу, покажу. Тут я, как обычно, в окружении с моими друзьями-бонжами. Вот, пока они меня не трогают, ничего не просят и не выгоняют, самое главное. Вот, просто очень интересно. Вот здесь вот, кстати, нагромождение метро как раз между Лансой. Вот там вот у нас Кайроли, да. Чуть-чуть впереди вот куда-то трава едет. Там, значит, у нас будет... идет красная тоже, там, по-моему, Кардузио как раз, да. В общем, это... И, кстати, и совсем недалеко еще как-то тут еще и затесалась желтая линия метро, да? Вот, я сейчас хочу перевести, вот, пошел ко мне как раз по направлению меня, сейчас будет просить эту денежку. Сейчас посмотрим, если у меня есть монетка, блин, сейчас. Есть монетка? Да, блин, монетка у меня 5 центов, блин. Монетка у меня 5 центов всего. Так что, знаете, я буду тут это с большой там, там типа, щедрости, да, да, 8-5 центов, да. Вот. Кстати, не знаю, интересный случай рассказала или нет по поводу того, что у меня произошло. Надо вам рассказать. Сейчас пока идем к Арине, расскажу. Ну, может быть, я уже рассказывала, честно говоря. Не знаю. Вот, в общем, смотрите, я хочу... То, что... Посмотрите, да, как здорово. Я не знаю, показывала я вам это или нет, да? Как фасад главного дома, да, посмотрите. Фасад дома, да, нормально. Наш, полностью наш, да. Соединяется вот с это церковь, скорее всего. Да-да-да. Я, кстати, вот ту часть... Я вот ту часть, вот там, где эта церковь, вот ту часть, это у нас там Корсо Гарибальди, я вам не снимала, кстати. Да, надо там тоже походить. Скорее всего, это церковь, я не вижу отсюда, но, скорее всего, да. И вот опять я люблю вот это вот сшивание домов вообще, обожаю. Сейчас просто очень-очень хорошо освещено, да. Это вот просто сшивание домов, так называемое, это не сшивание, это я просто так называю. Перехождение одной стены в другую, это просто нонсенс. Короче, ребятушки, в общем, что, идем к Арене, свет, так сказать, еще есть, но уже в некоторых местах уже не очень, я вас переведу. В общем, это, что-то у меня веселое настроение, не знаю, этот случай, кстати, хочу показать вот это дерево, оно постоянно вот тут вот, я его ни разу не показала, как оно красное, классное, не знаю, это вообще, кстати, это даже не дерево, это кустарник, поглядите. Видите, это кустарник. Вот такой огромный. Такой он красный. Смотрите, телефон, сука, не передает. Вот эта вот красность. Ладно, короче, идем. Я вам сейчас расскажу. Да, наверное, я не рассказала. Ну, если рассказала, извиняйте, может быть, там какие-то еще новые будут, да, подробности. В общем, вот посмотрите, у нас тут... Три метро, и посмотрите, огромная куча еще вообще разветвления, просто невероятно этих трамвайных путей, да. Это вообще, здесь только, вот только здесь проходят 3 трамвая, представьте. В общем, короче, в один день я ехала, ну, естественно, в метро, да, где я еще могла ехать, вот. Я ехала в метро. Кстати, вот эта вот у нас вот линия метро, да, она, ой, линия трамвая, она проходит у нас... Ровно, по-моему, как раз около нашего аквариума. Помните тоже аквариум вот здесь вот? Это одно из моих первых видео тоже, блин. Блин, хотела... Там, короче, на Лансе, там есть бесплатный туалет. Но это не... Я бы заплатила, потому что другие туалеты там 1 евро стоят. Ну, просто что... Как бы вдруг кому-то там придется, то есть он бесплатный, остальные все, это вообще невероятно, в Милане нет, вообще, в Италии, я не знаю, нет там бесплатных туалетов. И он, причем, достаточно чистый был. Вот, я, значит, выскочила из поезда, думаю, сейчас быстренько перед видео я сделаю быстренько за бесплатно свои дела. Хрен там, закрыто. Вот это абсолютно наше здание, но мы не будем. Это кстати, это не аквариум, это напротив аквариума. Короче, мы идем вперед. В общем, слушайте сюда. Еду я в метро, да? Это время позднее, и как раз вот первые, самые уже холодные, типа минус 2 было. Вот, значит, в Милане. Ой, как я обожаю. Вот посмотрите, как... Вот, кстати, видно, что вот эта вот полукруглая вот эта линия, вот кто уже в моей теме, посмотрите, как они беспрерывно пересекаются, да? Посмотрите, перетекают из вот этого типа трубы роста квадратного, вот это вот, видите?
колонны квадратной, да, в колонну, вот эту вот колонну, которая вот между этими двумя квадратами, кстати, это, и вот эти вибрационные линии, они прямо одной линией перетекают, видите, одним целым, как видно хорошо. Вот. Так, в общем, короче, значит, едем, куча народу, вдруг, я не знаю, на Чентрале, может, не на Чентрале, ну, Чентрале это у нас, это самая центральная железнодорожная, это вокзал, вот, заходит супер бомж, вот просто, понимаете, вот просто, это не просто бомж, это вообще, это мистер бомж, да, это всем бомжам бомж, это просто невероятно, у него просто голые ноги, черные, да, черные, я еще, вот сейчас в первую очередь обратила внимание, что он еле шел, дрожал вообще от холода, и у него была какая-то непонятно, то, рваная какая-то, то ли кофта, то ли что, ну, в общем, когда-то была эта кофта, естественно, вот, штаны, и какой-то, я еще обратила внимание почему-то, что, ну, надо же, еще у него рюкзачок, ну, рюкзачок, это, понимаете, это одно слово, что это рюкзак, вот хочу показать вам на рост, вот, и вот он стал к окну, я, знаете, думаю, блин, это судьба, если он стал рядом со мной, значит, надо что-то дать. Вот, стала искать мелочи, у меня не было. Слушайте, такое чувство, что я рассказывала, блин. Может, я вам рассказывала? Если что, вы меня извините. Я просто сейчас вспомнила, прям на бомжей посмотрела. Вот. Вот посмотрите, вот это что это, да? Вот посмотрите, вот что это. Вот просто углубленное окно, не окно, да? Ну, надо было все вот так украсить, да, по идее? Вот если бы это люди строили, да? Вот, посмотрите, все выдели, все вибрационные линии, но это просто нишка, да? Все с колоннами, там все с квадратиками, все обработано, блин, тут тоже, видите? Вот, короче. И что, он стоит и дрожит напротив меня. И я такой думаю, блин, это просто, как сказать, мне испытание, знаете. Я должна дать. Вот это наш аквариум. К нему тоже надо. По идее, мы могли бы аквариум сейчас снять. Давайте подойдем туда. Если я сейчас застряну в аквариуме, вы меня не пеняйте, потому что тогда я не успею просто дойти до арены. Ну, ничего, это никуда не уплывет. Вот посмотрите, скопление труб тоже на крыше. В общем, короче, кстати, да, в одном месте просто, а больше нигде нет, да? А здесь вообще на всем доме только всего одна такая, типа, печная труба, вот, на этом желтом, да, и вот тут такие три домика, да? Ой, было зелено, я не прошла. Короче, в общем, ищу, и нет у меня, блин, монеты, у меня есть 20 евро. Я думаю, а я как раз, кстати, наши коммуникации разные величины, а я как раз с работы шла, и, в общем, я заработала 120 евро, по-моему, вот. И думаю, ну хрен с ним, ну раз он стоит, а у меня нет мелочи, то я должна дать ему 20 евро. Ну что поделать, так, такая, тем более, знаете, так уже недалеко перед Рождеством, хотя я не крещеная, ничего, ну в смысле, я крещеная, но я не верующая, но все равно смысл есть, энергия есть, как бы. Ну, дело в том, что просто надо себе объяснить, почему надо дать. Ну, посмотри, сколько коммуникации. В общем, я думаю, все, сейчас дам ему 20 евро. И вдруг такая сцена происходит. Значит, а до этого я смотрела на мужика, а он к нему ближе сидел, да? Такой вообще супер богато одетый, супер. Вот. И, значит, это... Он такой, ты, так смотрит вперед, как бы вообще никакие движения не делает, кроме того, как залез в брюки и... Значит, в карман куртки и переложил кошелек в брюки. И я такая, я так еще плохо подумала. Ой, блин, боится, что сейчас вот этот бомжик у него тут украдет что-то, кошелек его. А я-то плохо подумала про него, понимаете? Он встает, а у него просто дорогущая куртка, вот эта, типа, пуховик дорогой, да? Он встает, снимает эту куртку, подходит к бомжу и одевает ее на него. И еще и застегивает, понимаете? Я не знаю, я рассказывала, не рассказывала. Но такая классная история, что, знаете, под Новый год, в общем, мне кажется, это очень классно. Но для меня, понимаете, уже 2 недели, наверное, прошло. Я все еще хожу под впечатлением. Все равно, вот иногда вспоминаю. Это как в кино, понимаете? Действительно, как будто не это. Шишечку вам сняла, это каштанчик уже засох. Вот, ну посмотрите, сколько там, вот нашел там не одной трубы, да? А там посмотрите, сколько там на другом здании вот этих маленьких труб. Железных, да? Вот. И, значит, это... Посмотрите, какой абсолютно наш этот забор погнулся. Вот, и, значит, одел он ему... Вы не представляете, какой он грязный, бедный этот, жалко мне его все равно, этого, значит, бомжа. Вот. Ну и вот я, короче, пока он одевает это, и он так с ним ласково, знаете, так, ну, как бы...
Вот, он, значит, что, значит, я решила оторвать свои 20 евро, типа, знаете, чтобы тоже, как бы, это, быть причастной к этому, да, действию. И, в общем, я ему говорю, типа, молодой человек, можете дать 20 евро это? А он еще так на меня плохо посмотрел, он думал, что, может быть, я начну там что-нибудь его хвалить, там. Он строго на меня посмотрел, он не хотел даже, как бы, вообще никакой реакции людей на его действия. Но я это, тоже ведь хотела дать денег, да. Но просто, мне нравится, остальные люди, они просто смотрели в свои телефоны, вообще, как будто их тут нету. Но дело в том, что, знаете, у меня бывает тоже, я просто, вот ходят люди, я просто, например, эти вот, у нас дофига ходят. Ну, такого, я говорю, что такого просто бомжа я еще не видела просто никогда, такого страшного, во-первых. Во-вторых, это, как сказать... Обычно они никогда не останавливаются перед тобой, они все время проходят. Поэтому я тут просто вот уже, вы знаете, из-за того, что вот он стал передо мной, я просто думала, что это судьба, я должна дать. Вот. Ну, в общем, он передал эти 20 евро. И, в общем, вот все, вот на этом история закончилась. Он потом вышел с ним на Чемьяна, не вместе вышел на Чемьяна, там на станции метро. И вот этот парень пошел без куртки домой. Вот, в одной рубашке. У него причем не свитер был под курткой, а просто рубашка. И вот он пошел в рубашке. А бомжик пошел в его куртке в новой. Такой, ну, видно, что она новая, и она очень дорогая. Вот посмотрите, какие здесь классные наросты. Вы понимаете, я обожаю вот этот аквариум. Я не знаю, как в него зайти. Они его в него не пускают. Там только можно проводить дни рождения детей. Я была, блин, на одном дне рождения, когда Мишель у меня ходила в швейцарскую школу. И, естественно, я ничего не снимала, но я просто увидела, какие там ванны с водой. Это просто, ребятушки, это вообще невообразимо. Вот посмотрите, такое, это вообще, посмотрите, вот эти вот дырки, да? Это просто целое произведение искусства. Посмотрите, такая типа окошечко, посмотрите. Посмотрите, целое, это вот если сбоку смотреть, это целое произведение искусства. Домик такой, видите, с вибрационными линиями, посмотрите. Сейчас я поставлю на палку. В общем, у меня закончила презентация, да? Сейчас я начну серьезно работать. Кстати, руки стынут. Стынут руки. Давно не было такого. Вот. А вот посмотрите, как вот перетекает. Как перетекает. Знаете? Нарост этот скульптура. А? Так, ладно, все, ребятушки. Короче, я... И вот обязательно, смотрите, видите, вот так бы шли, если бы никого не было, они бы шли бы и не делали бы фотографию. А так как я стою, так надо обязательно встать и сделать фотографию. А вот, и вот еще вот эти вот покажу. Потом это еще и на палке покажу. Смотрите. Смотрите, просто из камня такие грозди, посмотрите, да? Видите? Смотрите, просто грозди, видите? Вообще, как бородавки такие. Или как... Виноград такой висит из стены, да, только, знаете? Так, ну ладно, все, короче, ставим палку и делаем нормальное видео. Давайте, пока прощаемся.